Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Nokia 7520». Микрофон в данной модели находится в нижней части корпуса. На микрофоне находится два пружинных контакта. Микрофон помещен в пластмассовый корпус с резиновой оболочкой. Меняется он довольно просто. Деталь поддевается тонким инструментом и вынимается. Чаще всего микрофон выходит из строя при попадании в него влаги или мусора. Сам микрофон не ремонтируется и подлежит замене. Новый микрофон вставляется в пластмассовый корпус. Обратите внимание, входное отверстие для звука на корпусе часто забивается, что также может послужить причиной неисправности микрофона или ухудшению звукопередачи.